Сегодня серебряный боец в красном углу, весовая категория 61 килограмм, ростом 7 сантиметров, ему 18 лет, представляет команду «Иглс МЛА». Профессиональный рекорд, одна победа, одно поражение, но ничьи, тренер Ланов Мурат. Встречаем Нусрат Лаулу Алмамбет. Его соперник, весовая категория 61 килограмм, ростом 73 сантиметра, ему 19 лет. Он является четырехкратным победителем WF Amateurs среди юниоров, кандидат в мастер спорта по ММА, профессиональный рекорд, одна победа, ноль поражений, ноль ничьи. Ихлас, ему 19 лет, тренер Темирбеков Манас. Встречаем Шералы Улу Исхак. Ура!
закончился первый раунд. Очень динамичный раунд. Бойцы на ходу. Судьи, второй раунд. Время. Бой. Второй раунд. Победу одержал Нусратилла Улуа Мамбет.